там слез, ты маме сказал, слазить не будешь. Да нет, я... Обувайся, пойдем тогда на улицу. Да нет, я мяч куриню. Мяч куриню, ну и что, потом... Да, он куда-то туда вниз. Ну потом поднимешь. Ты же спал, не будешь слазить? Я уронил мяч, я слазил. Владимир, будете выходить? Ой, курить-то надо. Как это я... Вот спроси дядю, он тебя найдет. Что потерял? Он потерял мяч какой-то. Да, он там внизу. Нет. Внизу там. Далеко? Я его гонил. Далеко? Да, внизу теперь где-то. Я его отсюда гоняю. И туда не лезь, туда не лезь. Я приду, потом достану, да ладно? Он туда не мог упасть, он где-то у вас на кровати, потому что там дырок нет уже от матраса от вашего. Пойдешь к маме? Нет, скоростной поезд. Скоростной поезд Владимир-Москва. Смена локомотива. А он на магнитах? Это этот? Что наоборот он цепляется? Открыли форточку там. Mm-hmm.
Thank you.
Так его положил, у меня было 2%. Через 15 минут беру 3%. Сейчас, о, уже 4. Потихоньку себя заряжает. Вот любой современный телефон есть. Он заряжается вот, но ты с ним ходишь. Да. Могу еще дать сценарий.
сразу же надел. Кто-то сесть против меня. Хорошо, что происходит. А что у нас сдали? А что, сели куда? А нет, сели, а кататься. Ну, когда так? Просто нет. Очень радуюсь. Я работал 4 года. Один раз посадили на морозе, они сидели, не прошли, летали, путались. На улице были 40, вот они в летах сидят. Просто в вагоне на 15 градусов. Дым жарко по холоду летел, по полной мышке вроде бы там вообще. Почему взяли? Здорово. Конечно, с детства, да? А, знаешь, наверное, почему из этого самого лучшего земля? Ты очень ляля, ляля, блин, сколько с ним общаешься, конечно. Потом мне, кстати, вот эту футболку подарили на день рождения. Ну, парни побегали. Что делаешь? Thank you.
он лучше свою еще управлять или нет? Ну, то есть, например, сами, да, попробуем? Сами, ну, кадровые там сразу просто ходят по всему вагону и спрашивают. Переехали.